Добрый день, друзья! С вами канал Секрет Мастера. Давайте посадим деревья. Например, благородные дубы. Мне доставили небольшой пакет посадочного материала. Желуди предварительно надо отсортировать. Прежде всего, удалить поврежденные семена. Оценивать предоставленный материал не буду. В ближайших окрестностях здесь дубы не растут, и приходится просить людей о доставке желудей. В качестве посадочного инструмента подготовлена старая лыжная палка, но подойдет любой другой предмет, например, ручка от швабры. Хочу показать предыдущие посадки. Вот дубы, высаженные в саду более 10 лет назад. До этого два ростка года 3 мучились в горшке на подоконнике. Но ростки выжили и растут. Правда, один ствол доминирует над вторым. Каждый год дерево стригут. В этом году дуб вытянулся очень сильно. Правда, листья на молодых ветках сожрал мучнистый клещ. Так как построенный рядом дом затенил дерево. А вот посадки в лесу с видео 2012 года. Саженцы дуба очень чувствительны к поступающему свету. Мало света, мало роста. Свет захватывают быстро растущие рядом аборигены. Береза и рябина. А вот дубки двухлетки. Их высаживал не я, а кто-то из родственников. Опять дуб 2012 года посадки. А вот молодые дубки. А вот самый высокий дуб из посадок 2012 года. Ему повезло лучше, чем другим. На него четверть дня светит прямое солнце. Но дубки растут медленно и отстают по скорости роста. Рядом виден клен, тоже 2012 года, высотой почти в два раза выше. Лирическое отступление. В скворечнике сидит будущий потребитель желудей. Белок развелось в этом году очень много. Приступим к посадкам желудей. Выбираем направление посадки, сажаем желуди на свободные и светлые места. Палкой протыкаем лесную подстилку до грунта. Кладем в отверстие желудь и ногой смыкаем прокол. И так движемся в выбранном направлении. Лучше запоминайте, где делаете посадки. У меня периодически сажают желуди вся семья. Дети с радостью занимаются этим делом, если все правильно обустроить и внести соревновательную нотку. Ну вот, пожалуйста, здесь уже дубы посажены, но не мной. Подписывайтесь на канал Секрет Мастера. Сажайте деревья вместе с нами. Спасибо за просмотр.